Бывший глава Роснана Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник с синдромом Гиена-Барре, сообщила журналистка Ксения Собчак. Это заболевание, при котором иммунная система человека начинает поражать собственные периферийные нервы. По словам Собчак, у одного из главных идеологов экономических реформ 90-х начали отниматься руки и ноги. При этом, как утверждает аффилированный с журналисткой проект «Осторожно, новости», комнату, в которой Чубайс почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химзащиты. После начала войны в Украине Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями и уехал из России. ТАСС со ссылкой на источники писал, что силовики проверяют его на предмет коррупции.